Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. В этом имени звук «В» не создает неприятных ассоциаций и универсален в плане сочетания с другими звуками. Этим людям необходимо одиночество и покой, чтобы иметь возможность размышлять, медитировать и работать над своим собственным духовным и интеллектуальным развитием. Человек с этим именем наделен большой духовностью, стремлением к возвышенным чувствам, ко всему прекрасному. Эти люди должны изменить свое отношение к миру и обратить внимание не только на материальные, но и на духовные и интеллектуальные аспекты человеческого существования. Должны проявлять больше человечности, великодушия и понимания к окружающим. Они стремятся постичь истинный смысл своего существования. Эти интеллектуальные поиски способствуют обретению знаний, что в сочетании с возвышенными этическими принципами позволяет этим людям стать признанными авторитетами во многих областях человеческой жизни. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Звук «В» в этом имени заставляет человека сначала тщательно планировать свое будущее, а затем биться за выполнение своей фантазии. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.